Тяжеловесам выход на лед запрещен. С 24 марта вступил в силу запрет о выезде на зимник крупногабаритного транспорта. Но водители еще успевают проскочить по уже ослабленному льду. Правда, в конце маршрута их уже ждут специалисты административной комиссии. Вместе с комиссией на лед вышел наш корреспондент. Зимник на реке Лена – один из самых востребованных маршрутов в Ленском районе. И, к сожалению, потребители сроки его эксплуатации ограничены. С приходом весны для транспорта начинается период реальной угрозы. В ледовом капкане машины уходят под воду за считанные секунды. В Ленском районе у нас, слава богу, как говорится, такого ничего страшного не произошло. А в республике, точно не скажу, в каких районах, но уже были такие случаи, что за превышение тоннажа машина тяжелая выезжала на лед, и были случаи провала, и даже вот в прошлом году были случаи даже с гибелью людей. 24 марта вступил в силу запрет, ограничивающий выезд на зимник транспорта весом более 20 тонн. Чтобы обезопасить водителей, на льду работала административная комиссия. В прошлом году у нас был уже один инцидент, то есть в декабре, до декабря месяца, до открытия зимника, правда, была легковая машина, да, у нас один водитель был подвергнут штрафу как физическое лицо до 5000 рублей. То есть здесь нет никаких предупреждений, нет никаких, значит, разъяснений и так далее, вроде такого рода. Сразу же идет штраф. Почему? Потому что здесь надо, конечно, подходить более серьезно, более строго. Но в отношении индивидуальных предпринимателей штраф до 50 тысяч. В отношении юридических лиц здесь до 500 тысяч рублей. Для легковых автомобилей выезд на лед планируется запретить после 15 апреля. Но при теплой и ранней весне будут скорректированы и сроки движения. Дмитрий Вельчевский, Руслан Кириллов, телеканал «Алмазный край».